Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Хоуп. Что ж, мы с вами в прошлой серии поставили здесь платформу. По идее, молнии должны были исчезнуть. И, в принципе, наверное, мы сможем... Во-первых, хочу попробовать до конца пройти, что у нас там, узнать. А, я, наверное, здесь не смогу пройти. Хотя нет. Наверное, смогу. Смог, но какой смысл в этом? Да, никакого абсолютно нет в этом смысла. Надо лезть конкретно на самый-самый-самый верх. Двигать все рычаги. Наверное, что-то изменится. Куда? Красавчик вообще. Молодец. Кто его просил так делать? Кто его просил так делать? Я его не просил. Так, ну что, первый рычаг. Так, отпусти. Так, что-то открылось? Тут, походу, надо до каких-то щелчков. Да нет. Что произошло, пока непонятно. Сдвинул платформу, и как мне дальше быть? Блин, а здесь-то ничего, все, голяк. Платформа ушла. Давай-давай. Красавчик. Что у нас в итоге получается? Ага. То есть нужно вернуться к моему другу, да? К бате вернуться. Так, что-то новенькое получили.
Найдена схема «Сквозная телепортация», позволяет телепортироваться в тыл врагам. Круто. Здорово, батя! Вроде все заработало. Все хорошо? Понравилось тебе? Чего? Что теперь? Что ты мне хочешь сказать? Что ты мне хочешь сказать? Я не вижу больше пока здесь никаких целей. Получается, придется опять бегать по тем же всем местам, где мы с вами были, и может быть там что-то изменилось. На что мы с вами сможем повлиять? В принципе, да, где-то вот здесь должны открыться двери. Где-то, возможно... Кстати, если туда вернуться, где у нас... А тут у нас что? Так, ну здесь-то я был. Тут ничего, в принципе-то, и нет. Ну, я ничего такого не вижу. Вопрос, смогу ли теперь забраться? Да смогу. В чем дело? Чё ты опять здесь сидишь? Чё-то сидит. Стоял, посмотрел, посидел. А, так я могу здесь забраться наверх. Сразу не заметил. Ого. Не, подожди, я хотел бы побегать по старым местам. Возможно, там что-то мы открыли с вами. Блин, а там короткий путь тогда получается у нас с вами будет. Вот, здорово. Еще одна обзорная площадка. Класс. Ну, пойдем. Блин, это был тушканчик. Ах ты, иди сюда. Зараза такая. Еще зелененькие сферы. Замечательно. Ой-ой-ой, так нечестно.
Нифига себе, это 100% было нечестно. Ладно. Так, туда пока не собираюсь идти. Понятно, что там у нас будет короткий путь. Мы, в принципе, потом можем, наверное, скорее всего, здесь открыть двери каким-то боком, каким-то макаром. Но я предлагаю нам сейчас вернуться и походить обратно по тем же местам. Возможно, мы сможем что-то еще открыть для себя, что раньше не могли открыть. Так, ну здесь, по-моему, ничего полезного и нет. Это только еще одна обзорная площадка, но какой смысл? Мы уже здесь сидели, наблюдали. Тут вроде ничего не изменилось. Ай-яй-яй, не туда, не туда. Вот сюда. В принципе, да, здесь ничего нет. Ладно, убедились, посмотрели. Там у нас ничего нет. Где-то по-любому должно что-то еще запитаться, но по-любому же. Мне, кстати, надо еще найти последний кусочек энергии, последний кусочек меча, и было бы вообще все это классно найти бы сейчас вот здесь именно. Здесь без изменений. Просто может быть здесь все-таки что-то запиталось. Там сохраняшка. Так, я попробую сейчас туда попасть. Именно вон в те две части. По крайней мере, первое место — это там, где полумесяц. Блин, здесь не появилась энергия. Это сохраняшка, это не то. Да, здесь до сих пор нет энергии. Хотя, в принципе, что-то здесь-то появилось. Что-то где-то здесь я, по-моему, мог нажимать. Быть, есть туда наверх забраться. Что-то же, получается, мы запитали с вами. О! Последний кусок меча. А что-то как-то я не замечал его здесь. Так, а здесь у нас телепорт. Здесь запитался телепорт. Нет, тогда пока подожди с телепортом. Надо бы тогда вернуться в ту часть, где мы с вами дрались с боссом. Здесь ничего не надо нажимать. Там-то вроде я открыл. Thank you.
да, это я открывал. Надо тогда попытаться вернуться в то место, где... Откуда мы начинали? Там, по-моему, тоже было одно устройство, которое можно было... нажать. Если ничего не путаю я. Вот, вот, я же говорю, что можно было нажать. Я помню. Только что это мне дает? А-а-а. Вон оно что. Это открывает у нас врата. А вот здесь, по-моему, я уже и не был. Хотя нет, вроде я, получается, здесь был. Ну да, я здесь забирал жизнь. Так, вот сюда еще можно будет попасть. Так, а каким образом? Странно. Не, он туда можно будет попасть, но только как? А, вот же, блин. Тихо. Да куда ж ты? Что творишь? Вот это я понимаю. Там явно что-то будет полезное. Чё? Ага, еще не все. Так, прошло сохранение. Но я так и не могу понять, что это за место. Рано. Тут надо что-то, получается, вставить, какой-то элемент. Мне вообще, по идее, тогда лучше вернуться сейчас в плавильню, увеличить тогда меч свой, поплавить, да? Здесь-то, получается, я больше ничего не смогу сделать. Однозначно. Уже везде побывал. Сейчас я где нахожусь? Так, ну вот тут, получается, ничего интересного и нет. Там какой-то босс, что ли, блин? Но к нему просто так не попасть. К нему все проходы, все закрыто. Это надо как-то верхом идти, да? А там не пройти. Ну да ладно. Где моя плавильня? Там, наверное, самый главный будет босс, который все это затеял.
вот как раз попробуем возможность свою что-нибудь прикупить, какое-нибудь умение. Сначала давай с мечом разберемся. Что с ним будет? Что стало с мечом? Он стал длиннее или что? Не понимаю. Что стало с мечом и что с ним? Какой, насколько он стал? 80 у нас с вами имеется. Позволяет телепортироваться в тыл к врагам. Мощная атака на бегу. Мощная атака на бегу. Ну давай тогда мощную атаку на бегу. Это самое дорогое. Выпад мечом. Жалко, только не рассказывают, как это делать. Ну а пока, в принципе, получается все. Идем туда дальше по заданию. Надо, получается, как-то попасть туда, что ли, чтобы активировать проход. Ну, вот пока как раз с этим-то и проблемы. Пока давай вниз пойдем. О, здоровяк. Ух ты, да. Меч стал посильнее, получается. Отлично. Эх, ты промазал. Давай, давай, давай. Отличненько, хорошо. Неплохо пока идем. Блин. Последний как раз элемент. Стопудово, получается, надо будет как-то там проходить. Чтобы открыть именно двери. Ладно, попробую тогда сейчас еще раз вернуться. Все-таки я уверен, что надо будет идти именно через те кусты. Вот 100% надо как-то идти через них. Эй, блин! Ай, тихо, тихо, ай, тихо. Все, сдох. Там надо было осторожно идти. А я что-то поторопился. То есть там надо было пробежать и, в принципе, потом пешком только идти. Там как раз откроются двери. А если мне туда прыгнуть? Ого! Видал, красавчик я? Какой я красавчик. Ты какой цепляющийся! Сдох все-таки тот здоровяк, да? О, еще дополнительная жизнь. Здорово.
Так, тут у нас ничего нет, да? Ладненько. Ай-яй-яй-яй-яй, больно было. Так, есть путь наверх. Но, по-моему, я уже пошел совсем туда, куда я планировал изначально. Куда же ты? Вороны. Нет, все-таки пока давай сюда. Все-таки правильно пошел изначально. Еще зелененький сфера, отлично. 35. Ой-ой-ой, получилось звездюлей. Красавчик вообще. Так, там есть спуск вниз. Эй, тихо-тихо-тихо, ты чё? Ты что это творишь? Где мой робот? Да, я мог бы, в принципе, получается вот так вот осторожненько так пройти. Робот должен быть где-то здесь. Вот он. Ай, класс. Дополнительная энергия полностью у нас с вами есть. Так, вопрос, как еще получится туда попасть? Ага, только с помощью прыжков. Отлично, ягодки я собрал. Сохраняшечка у нас с вами здесь есть. Блин, а смогу ли я здесь перепрыгнуть? Я прям очень хотел бы, потому что там как раз попадаю я к ящичку. Эй, тихо-тихо-тихо, ну-ка. Ну-ка, не бей меня, собака. Ну лезь ты, ну ты что? Вот, молодец. Какой смысл? Никакого абсолютно нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, это у нас короткий путь с вами будет. Его сначала надо будет открыть. Ну что, я, наверное, в принципе, попробую сейчас спрыгнуть, вернее, перепрыгнуть туда. Нет, не получилось. Ну давай.
Отлично. Тоже все это мелочь. Что это было? Ох, нифига, они еще и пуляются. Понял, это бесполезно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, осталось две жизни. Так, это, по-моему, у нас пункт быстрого перемещения. Да, точно. Это пункт быстрого перемещения. Остаемся пока здесь. Нам, в принципе, перемещаться пока некуда. Да и смысла в этом тоже нет. Так, сохраняшка прошла. Мне надо ягодки собрать. А то у меня жизни вообще нету, блин. Куда я пришел? Хм. Интересно. Ой-ой-ой, а там опасно-то. Может быть, есть нормальный проход? То же самое. Не понял. Так, там что-то есть, это 100%. Неспроста этот такая вот лазеечка. Мне либо, получается, надо прыгнуть вниз. А, так вот же, спуск, наверное, есть нормально, точно. О, здорово. Тут какой-то есть подарочек. Точно, секретик. Еще зеленые сферки. Это хорошо. Ничего себе, зараза. О, я могу открывать эти двери с помощью этого меча удлиненного. Супер. А вот это вот уже как раз то, что я и думал. Возле нашего входа, откуда мы с вами начинали игру, там точно такая же дверь. Тут у нас ничего нет. Ничего. Это какой-то прям секретик. Архив Исход. Все? Это то же самое? Ладно, получается, у нас с вами там архив.
В принципе, неплохо, чё? Можно будет открыть, почему бы и нет. Посмотреть. Тем более за это дают ачивочку, почему бы и нет. Вообще все классно будет. Сейчас только тогда получается мы с вами вернемся. Здорово. Ну что ж, давай тогда сейчас здесь сохранимся. В следующей серии тогда отправимся, откроем тот архив. Посмотрим, что там за архив. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Азар Бабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.